Всем привет! Вот сумки стоят готовые в Англию, в Лондон, на работу. Но в связи с ситуацией на Украине и с Россией, все вылеты отменены, то есть воздушное пространство закрыто. Аэропорт не работает с 25 по 4 марта. В любое направление с Кишинева. Документы готовы и рейсы перенесены. Не знаю на какое число и время еще. Будем ждать каких-то новостей. И сразу немного к большому лайфхаку перейдем. Для того, чтобы сэкономить в аэропорту, в любом, кто как читает, тот так и делает. Есть небольшой лайфхак. В каждом доме есть на кухне пищевая пленка. Вот такая вот пленка. Ею можно дома сразу же обмотать сумку, как вам надо, какой плотностью, и заклеить скотчем те места, где может отойти пленка. Вот такой лайфхак сэкономит вам, в принципе, достаточно денег. Этой одной пленки может хватить на 4-5 человек минимум. Не могу сказать точно, но ваша компания, если вы с компанией едете, сэкономит достаточно средств. Так как до 4 марта закрыты аэропорт, отменены или перенесены рейсы, у меня практически все запасы продуктов скоропортящих закончились. Ну, так подрасчитал, чтобы в пятницу, то есть сегодня, ничего не готовить, только взять с собой в поездку и все. И, естественно, пришлось поехать на рынок, приобрести на неделю, может, две, кто знает, на какое время. Вот тут некоторые продукты, яйца, тут сладости, капуста, морковка, пару килограмм картошки, яблоки, хурму. По оценке взял соль. Буду мариновать сало, сахар и грудку. Да, некоторые тут продукты, скажем, сахар не портится, он останется у меня. Там гречки, крупы какой-то еще купил, гречку и там пшеничку. Вот у нас подскочил бензин в цене, и нормировано его заливают не больше определенно, там, я не знаю, литров, там, наверное, 30 литров или сколько, и стоят очереди. Так, не забудьте подписаться, смотрите еще новости. До свидания всем. До следующих видео.